Партнером во многих культовых фильмах вашим был Депардье. Вот один из вопросов, почему вы не потолстели, как Депардье? Ну, потому что он кушает очень-очень много. И пьет очень много. Ну, кстати, он ведь производитель вина, так же, как и вы, насколько я понимаю, вы же тоже, вы же француз, вы должны пить. И вы же какое-то вино, по-моему, производите, если я не ошибаюсь. Да, я занимаюсь вином, я его произвожу. Но, видимо, Жерар все-таки значительно больше пьет этого вина, чем я. Он вообще человек с огромными возможностями. Если захочет, он легко может и похудеть. Но вот не хочет. Это все толстые люди так говорят, что они могут похудеть, когда захотят. Депардье известен... Нет, он может реально похудеть. Он для фильмов специально это делал. Я вам верю. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».